Всем привет, дорогие зрители! Нашел недорогую квартирку 3 плюс 1 четырехкомнатная в районе Махмуд-Лар, обставленная под ключ. Вот такой проект, не новый, 22-23 года. Ухоженный просторный сад. Расстояние от этого места до моря 270 метров максимум. Здесь 70-80 метров у нас улица Барбаросса. Также рядом есть вторничный рынок Махмуд-Лара. Состоит она из четырех блоков. Тут есть у нас просторный бассейн. Айдат у этой резиденции 100 лир. Вот такое здание. Квартира находится у нас в западной стороне. Вот такой ухоженный сад. Тут зона отдыха. Есть зона барбекю. Так, войдем в блок. Тут есть лифт. Вот такой лифт, вместимый 4 человека в обнимашку. Так. Поднялись мы на крайний этаж, 5-й. На этаже у нас тут 6 квартир. Вот. Так, вот такой лифт и наша квартира. 3 плюс 1, 140 квадратных метров брутто. Сейчас посмотрим, я сам квартиру не видел. Вместе с вами вхожу. Значит, мне сказали, здесь изоляция обновилась, полностью они отремонтировали. Вот такая квартирка, почти отдельная кухня. Столешница у нас мрамор, такой вот интересный мрамор. Покрашена уже квартира, здесь балкон. Выйдем сразу на балкон. Вот это тот бассейн, который я снимал, ухоженный просторный сад. Вот такой вид на соседнее здание. Квартира для большой семьи. Бюджетный вариант. Вот. Кондиционер LG. Мебель есть. Мягкая также. Квартира под ключ. Сюда устанавливается холодильник. Давайте я включу свет. Забыл включить. Так, вот такое освещение тут. Угу. Здесь вот такая дверь. С правой стороны у нас санузел. Такой азиатский туалет. В левой стороне у нас спальня. Смотрите, я нашел что-то интересное. Вот такой вентилятор на потолке прямо, да? Молодцы, молодцы, кто придумал. Это что за кнопка? А, это меняет скорость. Технология. Отключил, включил. Вот так вот, дорогие зрители. Классно придумали. Здесь у нас санузел с душевой кабинкой. Вот. Тут у нас еще спальня. Люстру не повесили до конца, надо здесь исправить. Вот такая спальня. Кондиционер фирмы SEG. И здесь у нас спальня. Ну, здесь есть 105 квадратных метров, 3 плюс 1. Мне 140 сказали брутто. Кондиционер SEG. Это не знаю для чего.
Да, отсюда дверь можно было сделать, прямо открыть и спуститься вниз. Встроенный шкаф, так прямо полотенной шкаф в стенке. Так, дорогие зрители, бюджетный вариант, как говорил. 3 плюс 1. Цена этой квартиры 57 тысяч евро. 105 квадратных метров. Общая площадь с балконом вместе. Брутто 140 вроде посчитали. Кстати, тут даже есть посудомойка фирмы Bosch, только увидел. Инфраструктуру увидели, айдат 100 лир. Если вам понравилась эта квартира, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если все еще не подписались, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. И комментируйте. С вами был Агасий, Солнечная Алания, район Махмутлар. Всем пока-пока.